Всем здравствуйте. Включение Истамбула. Сейчас заходим в самолет уже. Здесь хоть есть чем дышать. В самолете из Батуми до Стамбула была такая жара. Дышать было нечем, и весь аэропорт жутко душный. А здесь вот такие, видно, большие. Очень хорошая система. Хоть можно подышать чем-то. Вот. А сейчас в Бангкоке 28 градусов и облачно. 28 градусов. Я не знаю, сколько там сейчас времени. Идем на посадку. С ветерком катается. Ух ты, как далеко. Здесь очередь. Это внутри аэропорта, такой поезд. Я не знаю, между терминалами получается. Нас, видимо, привезли на какой-то терминал. Как интересно. Честно говоря, нас никогда, видимо, не привозили на этот терминал, потому что мы на поезде никогда не ездили, просто пешком. Ух ты. Экзит. Ой, такая скорость, как вакуумная. В трубе. Прикольно.